Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы еще нет. Это продолжение моей партии зазулусов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите прохождение с самого начала, то лучше перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Фига усе у тебя копа-кабан. Там такой этот Барри Манилов. Копа. Копа-кабана. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Да, нет. У тебя есть Барри Манилов среди великих людей? Проверь. Великий музыкант должен быть. Олег, всё под воду уходит. Был остров раньше. Я тоже всё. Не могу, я бегаю по карте, никак не могу найти. Я тоже бегаю по карте, опять рискую ставить глюки, но мне очень интересно. Что вы ищете? Эй, город. Ураган. Да, вот, который... Так, 87. 74 71, так. Да вы хоть говорите, к кому вы обращаетесь-то, блин. В Кабуле убили, в Кабуле, блин, в каком-то долбаном. Ладно, пускай будет бомбарда. Да харе концерты играть. Почему? Слушайте, ну они могли как-то несколько сэмплов сделать для этих рок-групп, потому что вот это реально начинает просто раздражать. А где он концерты играет, чтобы еще все не поставили? Ну, сейчас вот у меня... Нет, ну он у меня один сыграл. Доехал до меня. Так, диверсия на производстве. Ну, я сделал диверсию на производстве. Давайте, не знаю. Давайте деньги похитим все-таки. She was dazzling. Блин, а Канада с Шумером чё такую армию настроили? Боятся. Ядя как кавалерии будут откидывать ядерные бомбы, тема ядер. У меня уже такая армия очень давно, кстати. Так, подожди, голова я починил. Ну, надо починить, чтобы электричество появилось. Видите, как сразу падает количество науки, как только я теряю электричество. Зул, кошмар. Всех поймал. Что у них там? А. Так, надо рабочим энергию вот в этих штуках. Тут поставить электростанции. Надо купить рабочего. Ну, ученый так себе, прямо скажем. Инженер ничего такой, но если бы был Геликарнас, было бы круче. Нифига, вертолеты прилетели варварские, вот это мощно. Опять бета используем.
Из Устья. Персинхрон был люкс. Да, он мне каждый ход не кажется. Или через ход. Ладно, подождем пока. Блин, он не тут ракету строил. Еще какие-то у него города есть явно. Как-то где должен был Марвел жить, вообще непонятно. Видимо, я живу там, где было. Непонятно, как карта рассчитывала, чтобы ты жил. Абсолютно непонятно. Не, ну может быть, если бы я так, не поставил бы третий город. Так, рабочего может, в Толедо, чтобы... Вполне возможно, что Люкс там мог бы расселиться. Может быть, да, и тогда и как бы... Мне кажется, я должен жить, ну, где Валет, еще три города поставить. Ну там, да, ну и как бы и все, и ты считаешь на этом все? Ну там еще есть острова, вот там где три Вандрама, вот это Ченани, ну это ж... Но это уже Кандус даже. Слушай, Караген, если ты будешь улетать, то я не буду на бразильца нападать. Это не дело. Ну ты сейчас вот... построил космопорт, построил... Ты посмотри, кто-нибудь кроме тебя еще космопорт... Ну и бразильцы, кто-нибудь еще построил космопорт? Нет. Я также искусственный спутник запускаю, мне еще... Нет, так нет, нет, слушай, послушай. Я думал, что мы вдвоем будем останавливать бразильца. Если при этом еще и ты собираешься улетать, то я просто ничего не буду бразильцу делать. Давайте соревнуйтесь друг с другом, кто быстрее я улетит. Я не собирался улетать, мне нужно останови, пожалуйста. Да нет, что тебе посмотреть надо? Так мне спутник нужно запустить, он у меня даже не запущен. И у меня не запущен. Посмотри, у меня даже космопорт не построен. Зачем тебе что-то смотреть? Зачем? Да потому что я даже Шумера не вижу. И я не вижу Шумера. Я зачем тебе Шумера смотреть? Вижу. Шумер наукой он тут не победит. Не видит. Вот в чем дело. Он меня не даже видит. Его, да, я даже Бразилию не вижу. Это... Я вижу три города. Я тебе объясняю, что ну так не делается. Я... Зачем мне тогда, например, стопать бразильцы, если ты точно так же улетаешь? Просто нечестно. Да ёхайды все, какие-то шпионы нынче, совсем не хайкущие. О, Арок. Так, 64, 66, 59. Ребят, поставьте, пожалуйста, паузу в начале следующего хода. Надо отойти. Нет, в начале следующего. Следующего. Понял, слышу. Я кто-то сделал
партизан, которые все пошли на Рим. Партизаны на Рим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Нету. Только АЕ нету, я думаю. Шесть, шесть. Здесь. Так, нас семь. Вон он плюс поставил. Блин, опять захватили шпиона. Челин, ты смотри, ты там находишь просто кусок земли, уходишь в леса. А леса тебе лесопилками обрабатывать не надо. И топор 4 хода. И ты тупо просто все клетки городов ставишь эти нацпарки. Вот тебе пассивный туризм. А науку ты имеешь с двух мунтиков. Подожди, ты рассказываешь Селине, как ему победить? Нет, он просто уже второй раз делает попытку победить культуру. Я говорю, что бери маори, топ для победы культуры, если ты найдешь себе кусок земли нормально. Ну, то есть это такая на рандом цивилизация, а если не найдешь? Кому-то любая нация. Ну да, вот это вот прикол, это вот рандом, как бы. Нет, не любая цивилизация. Греция родится без холмов, так же может Сандок без холмов родиться. Нет, Греция и Сандок без холмов — это просто, ну, такие довольно уникальные случаи, потому что я, например, когда играл за Корею, тогда мы играли на минимуме ресурсов. Ну, как это называется, на... Не на новом мире, не на стандартном, а как-то на старом мире, да. То есть, ну, это такая уникальная ситуация. А за Маури, то, что ты не найдешь себе нормальное место, это как бы 50 на 50, вот именно что. Оно не нужно нормальное, Леша, оно просто нужен кусок суши. У меня тут внизу, на Южном полюсе, просто нету суши. У меня очень маленькие плащики. Мне просто негде развернуться. Будь тут просто голая тундра, я бы сейчас уже совсем по-другому, другие цифры там были совсем. Ой, я на всемирной выставке 3-е место занял. Нет, тут мы не будем продолжать. Пульс паровой в машину, наверное, возьму. И здесь в... промышленную зону. В Сальвадор, Дубай. Я хочу вот сюда термоядерку бросать. Но не факт. Так, а этого в Рим. Блин, какая тварь достала мне в булавай ломать эту. Чё вы за люди такие? Я вот выясню, кто мне ломает в булавай промышленную зону. Я ему просто сразу войну объявлю. Просто вот вообще пофигу.
Так, морской давай. Порт. Ты ломаешь? Нет. Я один раз посадил шпиона к тебе, типа, смотреть, попереть деньги, а потом так увидел, что у тебя там что-то нифига нету денег. Мне кто-то постоянно в булавая ломает промышленную зону просто, и все. Так, Полунди. Возвращаем. И Виктора. Леша, я тебя там в Нудвенгу метку поставил. О! Предлагаю проголосовать за Рим. В чем? Количество оружия массового поражения всех игроков становится равным его количеству выбранного. А у меня такого нету. У меня тоже такого нет. Здравствуй, Рассинхрон, видимо. Ну а что, за что голосуем хотя бы там? Я голосую за красители, по-моему, они у всех есть. Ну, у многих. Запретить строительство зданий. Это опять про эти электростанции. Это как хотите. Так. Кто там? Дипломатия и терпение. Люкс. Давайте у Люкса 3 заберем. В смысле, а Люкс? 9-9. Лешу надо. Так у Люкса 9. Так у тебя тоже 9. Ну так а почему? Меня в прошлый раз забирали. Я бы набрать больше не. Вот вы гады, а. Ну, я не знаю, а что типа энергетическая конвенция? Что вы предлагаете? Запретить мазутную? Я мазутный. Мне не понравилось, что мы запретили угольную. Мне на самом деле это реально мне в минус пошло. У меня нету нефти. Улететь могут Бразилия, Рим, Канада и я. Канада и Бразилия уже... Вот Бразилия вот тут, Канада тут. Но до Канады я добраться не могу. Кто мне там что говорил, какую-то метку где-то поставил? Для Нудвенгу. Ага, спасибо. Фига себе. Запретена зубная электростанция. Я теряю 3 очка дипломатической победы. Его купить стоит 2. Мы попробуем купить, подождите.
Это только чтобы видеть вот эти две клетки. Он оттуда термоядерки не может отбить. У меня термоядерка следующим ходом. Военный союз, что ли, с Римом второго уровня стал? Да. Я, наверное, куплю в каком-нибудь захваченном городе. Блин, тут надо было мечника апнуть. Эльсид. В каких-то затопленных краях. Блин, только сейчас допёр, что уровень рок-группы и уровень... Блин, а мне термоядерку неоткуда запускать. Найс. Ну, реально? Мне ядерная подлодка нужна, они для меня даже еще не открыты. А нет, открыты. Ну, а следующим ходом, значит, будем... Так, где-нибудь у нас еще есть? Термальные источники. Блин. Геотермальное поле. Вон еще одно. То есть 7 штук на карте, и из которых 4 считайте у меня. Ну, нормально. Так. Ну, я думаю, пора. Ух ты. Бразилец объявил войну Риму? Да я жду своей быстрой кончины, и я плюс атомный город немножечко сломал. Да, кстати, чередная победа скоро. 5 ходов, да.
Да это хрень. Да-да. Ребята, это все знаете, что? Да? Да серьезно, я не выгляжу в этой игре. А мне интересно, где он играет? Что? Да летел. Да никуда он денется. Он спасло меня. А куда ты кинул? Что ты в город не кинул? А зачем мне в город? Откуда у меня ядерка? Ну, давай, чини здесь. Я что, его буду чини его. Ходов нет, конечно. Долетит вообще? Эти... Долетит, это долетит. Это термояд. Меня закидали, все. Ты вот мне подводку сломал, не надей. А я тебе половину империи, да? Да, просто раскидали. Шпиона убили, вот человеку плохо, шпиона бацнули. Вообще не спасают эти ЗРК. Спасают. Да нифига. Ну это термояд просто, он кинул вне радиус действия, скорее всего. Конечно, мощь, мощь. А где твой эсминец? Это, Люкс, я к тебе в гости плыву. Ты плывешь мне в гости на меня? Ядерки покидать или что? Да, ага, и были бы у меня ядерки, знаешь. Если бы у меня был буран, я бы не сидел бы здесь, не строил. Ну, давай, мы как раз основали два новых города, мы готовы принять, короче. Смотри, рядом с Руатория скоро появится колония. В смысле? Я уже туда плыву. Стой, не трожь, я должен с тобой жить. Нет. Мне надо с этого чертова ядерного континента уплыть. Слушай, я нашел для тебя место. Подкопите, короче, есть три клетки. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Нет. Копите какие три клетки. А, нет, давай я к тебе поближе хочу. Блин, я там хотел парк поставить. Ну ладно, давай. Конечно, ну, давай. Вот как я его демократия обучили? Вот я не играю на победу. Вон, Лёша, я хочу, чтобы ты знал. Кому? Это я тебе в голова его ломал. Ну вот, я тебе и отомстил. Значит, я просто всю игру в стольни и в булавайло поочередно ломал. О, мне дали 4 планета воина. Короче, надо, чтобы кто-то запустил лунную экспедицию, где там дается 5-кратный бонус культуры. Отбросить челюня. Я не вижу, что ты пишешь, поверь. Ты чё? Мечником моего мужчина ломает. Я тебе сейчас лицо ломать буду. Нифига, как индусы какие хорошие. Индус, ты живой? Танк. Сейчас я тебе как поломаю. Это не просто танк. Армада современных да танков. Какая армада? Ваша армада ничто по сравнению с ЗРП. Да. Чё ты сказал? ЗПП? ЗРП. ЗРП, ЗПП. Нифига так. Мина... Это как? Рим, дай мульон. На продолжение борьбы. Мульон. Вы слышите, запустить кто-нибудь лунный спутник, у кого там есть? Челини, блин, быстрее запустить. Я думаю, он даст. Сам себя не отбросит. Типа мы воюем с Бразилией. Краген, давай, лунная экспедиция. Я почти был на луне. Ого, ничего себе. Что? Что там удивили? Я, кстати, теперь через горы умею прыгать. Сейчас буду это, ломать все. Одну сейчас половину потеряет. Да, тут кампус стоит, интересно. А, загрязнен район, блин. Нормально, ладно, самолетик полный позыв катлену ударил. Нормально, чё? И чё, больно поёт? Так он почти это того.
все, самолетиков почти нет. Вот, умса нет его. А, я думал, самолетиком бьется. Нифига себе, самолетиком не бьется. Может, ядерку просто бросить на Бразилию? Сюда. Перехвачено, блин. А куда летит? Хорош, дайте мне горы, чтобы успеть основать. Нифига она летит. О, все, нет твоей Е-ракеты. Понял? Ну, это ядерка была. Следующим ходом термоядерка полетит. Ну, это уже стрёмно. Да, у меня тоже сейчас построятся 3 термоядерки. Термоядерные черты вот так вот обзову. Я просто предательство. Отказаться. Нет. Мы нейтральная территория южнополюсных пингвинов. Вас как говорят. Я пока еще не южнополюсный. Мы готовы платить заграничным ученым, которые изобретут технологию насыпания земли. Насыпание земли. Это как Сан-Франциско. Короче, ты куда хочешь город поставить? Прям под рыбками или... Тебе ж пофигу, какого качества город будет? Ну, действительно мне пофиг. Я мне лишь бы в этом ядерном петле. А ну, всё, не бьёт. Бьёт, нифига. Нет, не успел. Я думал, там не будет у него. Эй, там же мои войска. Ну всё, нет твоих войск. Текость не успею, чтобы поставить, чтобы они не съедят. Ну, если ты... тебе быстро надо, то высаживайся вот на этот холм под рыбами, который торчит таким пищуном. Да, я понял. Да должно время хватить. Блин, ну сейчас это отвалит. А что ты хотел? Не отвалился. Размечтался. Чижик-пыжик. Он. Пульнул тебе. Из стен. Больно, да? Погоди. Нет. В смысле нет? 9 хп. Да хорош! Негодяй! Можно мне немножко пожить, чтобы я свою колонию основал на полюсе? Да у тебя там куча городов, тебе же заплатить. А, хотя у меня есть эти дурацкие города сверху, не успеют. Просто все сломано. Да, он приехал. Кто вылезет? А, ну все-таки ушел. Ну, в принципе, я... Ты принимаешь, короче, закидываешь Алексея и ядерку, ну все. Победитель. Ну да ладно, победитель, там еще не сейчас. Че, где... Где у тебя... Это... Ромашка тут... Город, где ромашка? Я бы поставил бы город, если время у меня было бы, там, где у тебя ромашка. Минус 9, канадцев, для меня даже. Ну, я бы туда бы поставил бы этих... дурачков. О, нифига у тебя машинка. Стоят такие двое. Нейтрализовали губернатора.
Хитро будто недоволен, что я ему Давиду не продал. Ужас. Взял, не дал мне этого писать. Куда ты ползешь? Куда ты ползешь? На тот писюн под рыбой ставь. А я не могу его поставить, там у меня ж штраф за то, что я вылез. А, ты только сейчас ты не мог на него вылезти? Да. Просто если ты на этот писюн поставишь, у меня город еще вылезет. Ну я поставлю на этот писюн. Серьезно, ты город обстреливаешь? Да, а что делать? Ну, клетку разграбить. Не хватает очков передвижения. Ну все, я себе убежище сделал. Нет, ты посмотри, снова взял, заблокировал. Зараза. Все, я захватываю. Тебе не за что. Да, это вообще кажется. Чем ты убил? Я не успел. А, чё она там приперлась? Она не приперлась. Во-первых, она приплыла, потом прискакала. А ты смотри как. Совсем не так, как нужно. Не ремонтируется здесь вот в центре города, потому что загрязнено ядерным взрывом. Сальвадор де Байя отвалится. А нет, слушайте, это как-то слабенько даже, я бы сказал. Рио-де-Жанейро осталось захватить. Надо бы, конечно, было в Сальвадор де Байя что-нибудь купить, чтобы Сан-Паулу, но у меня нету ни денег, ни... Вот если я здесь покупаю, то... пол хитпоинта. Прихода до победы. Да. Осталось сколько? Чуть. А кто не закрыл, вот признайтесь, кто не закрыл территорию для рок-групп? Наверное, индус получается, он просто к индусу бегает. У меня не закрыто, но его рок-групп у меня на территории нет. Да он к индусу, я наверное, закрывал. Ездит. Там компьютер явно сидит, который не понимает ни хрена.
Компьютер там сидит два хода всего. Ну, канадцу он еще. Кому он еще может бегать? У меня закрыты были. Ну просто неужели ты его... А, ну там уже 570 туризма. Такое. Надо лунку запустить, и мне кажется, это его отбросит сильно. Мысли... Почему? Там никто близко... Сколько тебе карагена осталось до лунной экспедиции? Сейчас. Ну вот, сейчас караген. Там сколько пятикратный бонус культуры. Ой, пятикратный бонус. Бонус культуры равный пятикратный набор. То есть это. Сейчас там будет. Типа, да, караген он вышел 178, да. А ведь так же. О, я захватываю. Был. Ну так, мне кажется, еще не будет. Блин, ну... И что это за бомба? Да, блин, хрень какая-то. Блин, из-за тебя, караген, я не могу в Рио-де-Жанейро кинуть ядерку нормально, между прочим. Почему? Из-за твоей территории. Так, он так расположил эти свои... А. А зачем ты убрал? Ой, ничего не делал. Прошло. Я к Бразилию. Вот он убрал сейчас свою ЗРК, сразу можно стало кинуть. Что у меня из городов осталось? Сан-Паулу, но его сейчас не будет. Порту Алегри, Канди и Витория. Боже, как ты задолбал мне ломать в булавае. Ну слушай, серьезно. Сделайте что-нибудь другое, ну что ты одно и то же. Да, там нечего делать, вот в чем дело. Пересади в другой город, там, не знаю, Тыртехи. Нет, блин, ломает. Да, Техи очень сильно нужны. Был бы только Тех. Да я ему тоже тут сижу. Ломаешься. Грузеров устраняю. О, Бразилию уже не отвали. Ну, Рио-де-Жанейро захватил. Видите, уже этого хватает, чтобы лояльности... Чтобы не отваливалось. Да? Зашибись. Эти города держим.
Блин, надо воспользоваться вот этим чуваком. Не, все, Бразилия отваливается. Нет, не отваливается. О, мы кризис выполнили с Римом. Мы молодцы. Кем же меня бомбарду убил? Прости. Высадимся у Сан-Паулу. Последнюю деталь королевым сделаем. Так, пошли в Рим. Прикольно, Мистик показывает, что Корогин играет в Cinema's Civilization. Да, такое тоже было. Ставьте Лян в покое. Нет. А Лян не жить. Еще и золото стырили, кошмар. В смысле, тут же какой-то странный туннель. Будем грабить караваны. Не зря же я минус уже его спас. Мадрид у меня будет основным местом для отправки космонавтов. Это чё? Довольство? Тоже в Мадрид давайте. По факту, если я Гудера сажу сюда, Люкс, у меня город даже без культурного союза живет. Ну, конечно, я же сижу в темном бесконечно. Я тоже в темном. А я в светлом. Мне загрузка, пожалуйста, подождите. А, она похуй всех. Видимо, имеет смысл подождать. Кто-нибудь смотрит мир Дикого Запада? Я думаю, есть такие люди, да?
как космопорт Вандини. Просто, ну вот как раз первую серию третьего сезона, когда смотрел, так и не понял. Она же вроде была не критовской, он-то третий сезон начинается, что она снова блондинкой ходит. Я вообще, я, по-моему, первые две серии первого сезона смотрел, поэтому даже не представляю, о чем это. Понятно, ну ладно. Блин, где у меня космопорты? Вожу XSO себе в Новую Бразилию. Булавая. Буду понтоваться перед Маори. Набамба. Андини. Мадрид. Семьдесят три. 79. Ну, Мадрид самый пока. Но мне надо, конечно, еще на производство карточку поставить. Вот это. И вот это. Какой все-таки ты взял карман раскрыт? Какашка такая, да? А вот все, теперь все будут пути контролироваться в этом переходе. Наверное, Рим все-таки заберет. Мне вот этого инженера очень важно забрать. Там у нас лунная экспедиция, запуск колонии на Марсе и запуск межпланетный. Рим явно нет, еще не запускает колонию на Марсе, ладно. Плюс 1500 у Канады. Ну, вы знаете... У меня больше шансов, чем у Рима пока. Не знаю, то, что он уже запустил эту. Да. Только при условии, что он вот эту фигню не заберет. Фон Брауна. А у Канады что? Канада... А, и Канада там лунную экспедицию заканчивает. Да, когда 12,5 тысяч денег, а тратить некуда. Да, еще рокер 4-го левела умер. От старости? Скорее всего. Он столько просто привелся. Наверное, 100 очков привелся в этой культуре. Как там это... Как группа называлась-то? Удачного, так сказать, окончания. Как Игорька, ты написал в чате спасибо за игру человека, у которого крашнулась цела, да? В общем, тебе Кагырка написал спасибо за игру. У бразильца крашнулась цива, и он... После каждого рассинхрона. Пошел.
Черт, что-то меня не пингало. А. Мне пингал, надо в Мадрид посадить. Блин. У меня уже все техи открыты просто. Просто открыты все техи. Бразилец по армии вообще, походу, не заморачивался. Так, отправлю-ка я в Рим куда-нибудь. В Анций. Так, чисто на производство все. Я еще могу караваны делать, да. Надо больше караванов в Мадриде купить просто так. А за веру я могу этого чувачка? Но он вообще проекты не читает, я смотрю. То есть ему плюс 100% так. Люкс. Че, я за шеф-центр нужен. Забери писателя. Сейчас 1190, охренеть. Набил очков. Да, напропускал. По линию туризма уже, походу, не судьба победить. Блин. Что? Петерсон. Угу. Ну хочешь, можем сейв загрузить? Не, ну у меня вот второй раз асинхрон. А пока там тихой сапой кагырка улетает. Сейчас еще одна лунка запустится. Еще челени отбросит, наверное. Да, не, ну не, я уже не верю, что челени может туризмом победить. Хотя нет, там кагыр 147, у карагена 221. Не, мне кажется, без шансов. Все равно. Так, его тут забираем Сан-Паулу. Я думаю, что с бразильцем можно мириться после этого. Требуем с него еще косметики. Мне тут Челлини как-то помогал в игре. И да, у меня где-нибудь там на середине игры большая проблема, я перестаю обрабатывать ресурсы. Ну и эти всякие холмы и так далее. Что-то начинаю всякой фигней заниматься. Не занимайся всякой херней. Ну там строй, там еще что-то делаю. Черный патриарх из Слова. Это что это говорит, зависит точно под ней коронавирус, как-то не связывается. Члени, нифига не слышно, честно говоря.
прав, конечно. У Индуса куча возможностей было, и он даже сейчас, вот смотрите, сколько он по науке очень неплохо идет. Ну, так не делается. Как бы. Если ты не мог играть до конца, другой бы человек какой-нибудь мог сыграть, как мне кажется. А у Люкса, конечно, да, печаль. А, то есть пока у меня был рассинхронный, я не смог купить этого, да? Кого? Бликового инженера. Блин, а кто его купил вообще? Я его тоже не покупал. Индус, наверное. Нет, Шумер. Шумер. Да, Шумер. Блин, я тут столько проектов читал тоже. Да, ну у меня 1400 веры как раз было, я хотел купить его в этот ход. Так, подожди, у меня, например, ход не начался еще, вообще-то. Это он прошлым ходом купил. А ёб, опять. Что, опять рассинхрон? Угу. Вот так я сижу, Караген, последние часа два. Ну то, что Шумер получил, кстати, этого великого человека, меня вполне устраивает. Он-то явно не улетает. А у меня плюс 100%, то есть я явно... А, почему? Ну, типа, потому что уже вот это постоянно что-то будет. Ну, хорошо, давайте я сейв сделаю, загрузим. Очки туризма против наших очки культуры. То есть каждый ход у него плюс туризм, который должен превысить очки... Ну, там такая формула определенная, но в грубых чертах вот так. И, соответственно, если мы начинаем кидать друг друга, то у нас меньше становится культуры. И мы меньше можем... Нет, но вот именно... Но эта штука не уменьшается. То есть сколько мне нужно набрать, это не уменьшается. Это уменьшается. Он почему уменьшается? Я пока вчера Карагена завоевывал, у меня 70 моих туристов внутренних, вот этот чемоданчик возле них, он упал до 20. Но лимит, лимит не понижался, даже когда у него был один город. Лимит, да? Не понижался, потому что тебя уже японец там догнал. И японец тебя останавливал, а не я. Ну, то есть мы будем влиять на культуру друг друга. То есть наша культура — это защита от его туризма. Ну, не ваша, давайте так, а Карагена. Ну, почему? Я сейчас запущу лунную программу, моя тоже будет культура. Неплохо. Так-то да. Ну, знаешь, как бы... Ну, да, может быть. Потому что у канадца сколько? Ну, плюс 40 ему выдала. Так, можно, короче, проекты на инженера уже не читать. Ядерку достраиваем. На самом деле, сейчас, если бы вот лунную экспедицию Караген не запустил, я бы выиграл. Да, да. Это именно так. Если бы ты не украл бы еще вот этого великого человека, негодяй. Ну, я специально, чтобы подольше играли. Офигеть. Потому что мне тут... Я коплю веру просто вот сейчас. Угу. О, я робота за героя получил, буквально. Так, надо снимать науку тут уже. В городах. Кырка, я думаю, победил в этой игре. Как Кырка? Кыр? Чего это? Ну, у него уже запуск колонии на Марсе, у него одна осталась, и дальше уже там... Рим, пошли ядерки в него бросать.
Ну да, вот если бы мне бы Лёша не сломал бы... Ну или не знаю, кто-то мне сломал, блин, космопорт. Я не ломал, честно. Тогда, ну, кто-то мне сломал космопорт. Да это бразилец, он мне столько промышленных зон ломал уже. Причем самое интересное, у меня стоит шпион в космопорте, у меня стоит шпион в центре города и шпион в промке. И один фиг сломаю. Не хватает такой карточки, наверное, с одним шпионом. Да у меня все тут стоит на против шпиона. Один фиг прилетел. Ну, я не знаю, как бы у тебя сколько там промки идет в том городе, в котором ты строишь? Так он тебе и скажет все. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!